Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и, собственно, многие, наверное, удивились, когда я сделал пост, что можно в The Isle Legacy играть спокойно на вашем мобильном телефоне. Собственно, что для этого понадобится? Вам нужно скачать в Play Market GeForce Experience, а также установить на телефон Steam, зарегистрироваться там, войти, собственно, по паролям вашего аккаунта, и в GeForce Experience также войти по вашим паролям. Пароль Google или что у вас там, я не знаю. Собственно, я не буду палить пароли и все прочее, свои логины в данном ролике. После того, как вы все это установите, да, кстати говоря, вам нужно, чтобы у вас был достаточно высокоскоростной интернет. Собственно, как вы видите, моя библиотека GeForce Now, The Isle. Проходим. И теперь посмотрим, как это все будет работать на мобильном телефоне. Это достаточно очень удобно тогда, когда вы хотите поиграть в свою любимую игрушку, даже, может быть, не касаемо The Isle. Друзья, к сожалению, именно показать вам с экрана телефона запись я как бы не могу, потому что те программы, которые я качал, блин, они выдают максимально маленькое разрешение для видео. Но, как вы видите, телефон в моих руках. Телефон в моих руках. Да. Ну, давайте приступим. Итак, нажимаем Play. Age of Dina. Идет поиск серверов. И заходим на Age of Dina 2. Ждем загрузки. Прекрасно. Не обращайте внимания на мой разбитый экран. Итак, мы в игре The Isle Legacy. О, да. Вы не верите, друзья, что это возможно? Сейчас я вам докажу. Погнали. Итак, ну что же. Age of Dina 2. Давайте попробуем зайти. Так, Age of Dina 2. И подключаемся. Сейчас сотни и толпы игроков ринутся играть на своих мобильных гаджетах в The Isle. О да, друзья, это возможно. Age of Dina. Как мы видим, мы на сервере Age of Dina. И тот самый сабрек со стрима у меня здесь еще даже остался. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что мы можем. Поворот камеры. Достаточно удобно. Ну, придется немножко попривыкнуть. Но все же достаточно интересно. Так. Так. Камера. Крики. В принципе, все достаточно легко и просто. Да, это на телефоне, это не на компьютере. Ого, невероятно. Ну что, погнали? Кстати, интересно было бы посмотреть, сколько здесь сейчас сидит игроков. Блин. С этим, короче говоря, ребят, если что, разберетесь. Так, YXB. Укусы, укусы, интересно. Ага, это спринт. А укусы, как работают укусы? Камера. А, во. Ночное зрение. Классно. Так. Да, придется, конечно, попривыкнуть. Это надо все посмотреть. Так что, кому интересно, ребят, ну, в принципе, пишите в комментариях, что к чему. И
По настройкам также пишите в комментариях. Ну и, собственно, подписывайтесь на канал, да, Абзаал Легаси можно спокойно играть на мобильном телефоне.